Вениамин Смехов – один из самых очаровательных людей среди российских актеров. Вообще актеры-таганки, они не пряники. Люди, они тяжелые. Очень трудный у них был коллектив, очень сильные внешние давления. И очень значительные силы этот коллектив разрывали изнутри. Смехов, я думаю, единственный, ну, кроме, может быть, Леонида Филатова, кто в этой компании сохранил и душевное здоровье, и редкостную доброжелательность. Мы давно с ним дружим, и для меня большое счастье этого великого актера, таганского Клавдия, таганского Воланда, увидеть на одной сцене с собой. Будем разговаривать, читать стихи, вспоминать любимого и ругать современность.